Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Мы рады вас всех приветствовать на нашей Щелковской земле. Организатором встречи выступило Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Участие в ней приняли представители правительства Московской области, администрации нашего округа, религиозных конфессий, полиции, а также члены общественных палат и руководители общественных организаций из Видного, Домодедово, Реутова, Люберец, Долгопрудного, Фрязино и Лосино-Петровского. На круглом столе обсудили развитие межнациональных отношений, изменения в миграционной политике, социальную адаптацию и культурное просвещение иностранцев, граждан, их интеграцию в российское общество. Участники круглого стола отметили, что в столь сложных, даже можно сказать, деликатных вопросах нужно опираться на общественное мнение и приглашать для сотрудничества всех, кому не безразлична судьба Подмосковья. Ведь в регионе проживают люди более 140 национальностей, зарегистрировано свыше 1600 религиозных организаций, действует около 120 национальных общественных объединений. Результатом встречи стало решение о проведении фестиваля национальных культур, разработке стратегии общения работодателей с иностранными сотрудниками, поддержки патриотических общественных организаций. Анна Наприенко, Владимир Логачев, Щелковское телевидение.